Дагестан постепенно переходит на безналичный расчет. Еще один шаг на пути к этому сделали в республиканских многофункциональных центрах. Все услуги МФЦ теперь можно оплачивать банковской картой. Как работает система в одном из региональных отделений центра, проверили первый заместитель председателя правительства республики Гаджимагомед Гусейнов и управляющий дагестанского отделения Сбербанка Дмитрий Артемов. Они обошли МФЦ, побеседовали с посетителями и ознакомились с работой сотрудников. В рамках этого проекта мы планируем реализацию по направлениям, таким сферам, как образование, медицина, транспорт. То есть в этих сферах мы планируем переходить на безналичные формы расчетов. Это мы в последующем все сферы будем затрагивать, но сейчас приоритизируемся именно на этих сферах. Есть разработка с одной транспортной компанией, где мы дадим возможность оплачивать всем пассажирам безналично проезд в документ, проезд в транспорте. Это будет очень удобно. Все процессы в банке, они автоматизированы и работают без сбоев. Работа также с претензиями, она тоже работает в таком же ключе. У нас есть четкий регламент, ответ на претензию, либо разбирательство с данной претензией. Собственно говоря, все свои ошибки банк сразу анализирует, исправляет. Здесь вопросов нет. Но осталось только совершенствовать это уже на местах.